Приветствую! С вами фермер Магисайт и это новая часть первого дня. И сегодня мы будем ставить наконец-то ящик, потому что надо. Так, если даже выйдет, то сразу целых два. Так. Но сначала... Так, поставим его, пожалуй, вот сюда. Угу. Пока что... Уберем. Еще пригодится это. Хотя одну выброшу. Пока что тут. И пока их не использую, естественно, надо бы убрать их. И надо бы еще один сундук, но это потом, когда мы что-нибудь еще съестного. Ну, если еще что-нибудь съестного. А. Угу. Так, надо бы кое-что взять. Мотыгу. Потому что мы еще откопаем. Ну, раз уж освободилось место, то почему бы, собственно говоря, не окей. Хорошо, что я... Так. Не надо забывать, что... Угу. Так. По пути заглянем-ка мы в некоторые места. Например, ух ё, так, читать мы не будем, но будем знакомиться. Пока что все. С больницей. Угу. Ага. Магазин у Пьера закрыт по средам. Кстати. Здравствуйте.
Все-таки работает. Мод все еще работает. Если что, ну, это можно, конечно, назвать читерским модом, но я решил себе чуть-чуть облегчить жизнь и установил мод на, типа, если рядом кто-то стоит, и ты разговариваешь с кем-то, ты повышаешь дружбу. Тем самым. Но это работает только если ты только это сейчас начал говорить. Потом уже не работает. А. И как видите, я не особо сильно его абьюжил. Как видите, почти нету. Эх. Так. И вот. Новый рюкзак. В основном 24 слота. И он 2000 стоит. Он расширяет. Рюкзак. И так. А сейчас нужно быть осторожным. Потому что есть вероятность, что если какой-нибудь из модов работает неправильно, мы можем вылететь. И на этом, к сожалению, будет придется, скорее всего, заново начинать прохождение. Так. Осторожно. Осторожно. Угу. Так. Ух. Пока что все нормально. Фу, вроде бы все. Ничего. Так. Угу.
Сажайте весной. То есть только весной. И имеет смысл вас. Три дня. Кстати, если что, это типа посадил и они выросли, и через определенное время они долго это они собираются и долго дают. Точнее, сейчас они вырастают, через некоторое время они становятся, ну, через 10 дней созревают, и можно будет потом еще. Они не исчезают, они плодоносят весь сезон. Но, как видите, сажайте весной. Тут написано. Они после весны погибнут. Так что имеет смысл. Возьму одну. И что-нибудь дешевенькое. Потом. Тыц. Ну, много. Кстати, собственно, и написано, продолжает давать урожай после первого сбора. Вот думаю, имеет ли смысл? Нет. Почему я думаю брать вот такие вот и нет? Еще. Есть такой нюанс, что повышается-то от сбора урожая, и чем больше мы, собственно говоря, садим и собираем, тем лучше. Угу.
Давайте-ка, пожалуй, купим цветочков. Ну а на остальную, пожалуй, все-таки купил. Так, где? Десять такого. Пять такого. И типа им приправы сделаю. Так. Так, сюда. И туда нельзя, поскольку... Ха! Так. Алтай и обувь. Это все. И как видите, мода на магию у меня не стоит. Решил, что... Угу. Допускает только есть полно свежих овощей. Мистер Пьер, мне больно быть доносить до вас дурные вести, но я считаю, что должен уведомить вас о событии, которое крайне пагубно отразится на вашем благополучии. Корпорация Джорджа приняла решение открыть свой филиал в городе Пика. Протестовать поздно. Строители Джорджа уже приступили к строительству нового Джорджа Марта. Эта новость должна быть ужасна для вас. Эта новость должна быть ужасна для вас. Вы столько лет в этом бизнесе. Но теперь вы оказались в тени могучей, успешной и финансово стабильной корпорации. Какая жалость. Как менеджер нового Джорджа Марта, я считаю, что я в какой-то мере несу ответственность за сложившуюся ситуацию. Поэтому я хотел бы предложить вам должность помощника в бакалейном отделе. Заработная плата от 5 золотых в час. С нетерпением жду вашего резюме. Мистер Моррис, менеджер Джорджа Март, города Пикан. Да уж.
Это телевизор. Угу. Угу. Так. Ого. Так, но сначала...
А, извините, я совсем забыл, что... Отключил на некоторое время звук. Да и микрофон. Поэтому, прежде чем мы закончим, закрыто до это. Вам вдруг хочется мороженого. Давайте-ка куклу странную. Передадим? Нет? Кстати. Так. Вот. Вот о чем я говорил. Серия бойного качества. Так, ну, давайте почему бы... С Кентом еще не поговорим. Как видите, еще есть и семена угля. Это благодаря Fantasy Crops. Ну, остальное мы посмотрим как-нибудь в другой раз. Так. Ну что ж. И на этой неловкой ноте давайте и закончим. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Ну и в этой вы поставите лайк за так, за такой, такую отпускность. На. Несите. Так же, как я иногда говорю, совершайте ошибки, то подписывайтесь. Всем пока. Хм. 70 минут нормально, думаю.